На уборку двух севастопольских несанкционированных свалок потратят более 3 миллионов рублей. Рекультивируют замусоренные участки в районе Суздальских высот и Садового товарищества КАМАЗ. Деньги выделят за счет экономии бюджета. Соответствующие изменения в государственную программу «Экология и охрана окружающей среды» приняло правительство города в понедельник. Исполняющий обязанности начальника Севприроднадзора Вадим Писляк сообщил, почти 1,5 миллиона потратят на расчистку русла реки Айта-Дорка и около 3 миллионов для закрепления на местности границ части Орлиновского лесничества. Также перераспределение денежных средств в рамках экономии по мероприятию 2.4 на внесение изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории города Севастополя на сумму 450 тысяч 200 рублей и по корректировке проектов рекультивации несанкционированных свалок в районе СТ КАМАЗ и Суздальские высоты в объеме 3 миллиона 148 тысяч рублей. Вадим Писляк рассказал, что почти 1,5 миллиона рублей потратят на 22 государственные экологические экспертизы по объектам федеральной целевой программы.